Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Kingroy на 215 единиц инструмента. Код товара 215 МДА. Kingroy – это профессиональный инструмент, изготавливается в Тайване. Гарантия на наборы Kingroy составляет 1 год. Даже возьмем упаковку от набора, и внизу увидите значок «Гарантия 1 год». На упаковке также указана комплектация набора. И страна изготовления – это указан Тайвань. Ну, упаковка здесь самая обычная, можно сказать, даже бумажная. От этого не зависит качество набора. Так, по комплектации. В наборе 3 рабочих квадрата и, соответственно, 3 трещотки. Квадрат 1 и 2. Вот трещотка. Трещотки разборные. Вы можете разобрать, обслужить или заменить механизм. Трещотки силовые на 24 зуба. Имеет реверс вправо-влево переключение и быстрый сброс головки. Рукоятка комбинированная, плотная резина, то есть ее не прогибается, когда нажимаешь. И посередине вот логотип Kingroy, здесь из пластика. Трещотка прямая, и также логотип Kingroy высечен здесь на металле, на трещотке. CRV – это материал изготовления хром-ванадиевая сталь. Трещотка под квадрат 3 восьмых, также на 24 зуба, с реверсом, с быстрым сбросом. И рукоятка комбинирована. И трещотка под квадрат 1,4. Далее удлинители. Под квадрат 1,2 у нас два удлинителя 250 мм и 125 мм. Весь инструмент в наборе имеет надпись на металле Kingroy. Удлинитель под квадрат, вернее, размером 250 мм. Используется как Т-образный вороток. Вот такой переходник есть в наборе. Этот переходник вы можете использовать также для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. Вот трещотку 3 восьмых вставляем и переходим на квадрат 1,2. И можете использовать головки под квадрат 1,2 с трещоткой 3 восьмых. Удлинитель под квадрат 3 восьмых. В наборе он один, 125 мм. И два удлинителя под квадрат 1,4. 100 мм и 50 мм. Т-образный вороток под квадрат 1,4. Т-образного воротка под квадрат 3 восьмых в наборе нету. Только 1,4 и 1,2. Так, далее. Две отверточные рукоятки. Одна у нас черного цвета, полностью рукоятка из пластика. Она используется или с битами, которые в наборе идут. Вот. Или можно ее использовать под квадрат 1,4 с головками. Данная отверточная рукоятка имеет квадрат в верхней части рукоятки. Тут можно подключать или трещотку, получать реверсивную отвертку. Или удлинять ее и добавлять удлинитель. И имеется еще вот такая рукоятка намагниченная. С ней вы можете применять биты, которые идут в таких вот боксах пластиковых. Здесь бит очень много различных вариантов. И торкс, и различные крестовые. И биты обычный квадрат, то есть бит здесь очень много, под разные профили. То есть в зависимости с каким профилем вы работаете. То есть выбираете нужную биту и вставляете в эту намагниченную. Внутри вот этого круга или присоединительного квадрата есть магнит, который вот биту вставляете, она прищелкивается. Рукоятка здесь плотная резина и пластик. Синий это пластик, черный это резина. Также можете использовать переходничок вот такой, вставлять, и можете подсоединять сюда головки под квадрат 1,4. Этот переходник, если у вас есть шуруповерт дома, вы можете использовать биты или головки под квадрат 1,4 шуруповертом через такой переходничок. Так, есть еще переходник под биты, то есть вот с этой рукояткой вы можете
есть такой переходник, использовать также биты вот из этих боксов тоже. То есть вариантов здесь использования очень много. Набор Г-образных ключей шестигранных. И три головки свечные. 16 мм, 21 мм и 18 мм. Свечная головка на 18 мм под квадрат 3 восьмых. Три кардана. 3 восьмых, 1 четвертая и 1 вторая. Карданы скреплены металлическими вставками. То есть есть наборы, в которых скреплены они винтами. Но здесь металлические вставки. Но от этого инструмент как бы по качеству не будет хуже. Поэтому профессиональный набор, поэтому даже карданы здесь крепкие. Биты под квадрат 1-2. Они используются с переходником. Также есть переходник под квадрат 3 восьмых. Вы можете вставлять нужную биту и использовать или с этой трещоткой из 3 восьмых, или под трещотку 1 вторую. В наборе бит очень много. То есть тут можно выбрать практически под каждый профиль. Так, головки. Головки в наборе шестигранные. Идут они под 3 квадрата. Квадрат 1 четвертая 13 штук. Самая маленькая головка на 4 мм. И самая большая головка на 14 мм. Далее головки под квадрат 3 восьмых. Здесь их 10 штук. Самая маленькая 10 мм. И самая большая 19 мм. И головки под квадрат 1,2. 14 штук. Самая маленькая 13. И самая большая на 32 мм. Головки полностью гладкие, отполированные, имеют, ну это особенность Кингрой, линию голубую, на ней надпись Кингрой, хром ванадий, и внизу также есть на металле надпись Кингрой, CRV, 32 мм, это размер головки. Головки полностью гладкие, без какого-то рифления, полностью отполированные. Так, две биты, шестигранная и бита Torx, это большие размеры, 14 мм шестигранная и бита Torx на Т70. Это, наверное, особенность этого набора, такие две большие биты для, кто работает с большой техникой. Так, верхняя крышка, еще биты Torx, головки Torx еще имеются в наборе, 14 штук, самая маленькая Е4. И самая большая Е24. Верхняя крышка. В верхней крышке у нас комбинированные ключи. 12 штук. 8 мм ключ самый маленький. И ключ самый большой у нас на 19 мм. Ключи очень аккуратно сделаны. Имеют рифление. Такой красивый узор. Надпись 19-19 это размер ключа, Кингрой, надпись с обратной стороны, надпись хромванадиум, хромванадий вернее будет сказать, это материал изготовления данного ключа. Ключи очень хорошо в своих специальных местах хорошо защелкиваются, что исключает выпадание их при закрывании набора. Набор длинных головок, здесь их 18 штук. Самая маленькая 4 мм, головка длинная. И самая большая на 22 мм, 6 граней. Также головки хорошо защелкиваются и не выпадают при закрывании. В верхней части большой набор бит под квадрат 1,4. Здесь очень большой выбор Torx бит, крестовые биты, шлицевые и шестигранные. По комплектации набора все. И теперь по кейсу для хранения. Кейс состоит из двух частей, из двух крышек. Скреплен кейс пластиковой зависой. И сейчас покажу габариты самого кейса.
кстати, вот такая мякушка, как называется, прокладка идет внутри, поролоновая, чтобы инструмент не ездил по кейсу во время там, передвижения или багажнике, когда вы. Так, кейс для хранения. Кейс синего цвета, пластик, ну пластик жесткий, то есть сказать, что он мягкий, нет, он не мягкий. И здесь надпись Kingroy, логотип. Кстати, верхняя часть, когда открываете, чтобы инструмент не высыпался, то есть где надпись Kingroy, это значит верхняя часть набора. То есть с этой стороны нужно будет открывать, чтобы не перевернули, не высыпали весь инструмент. Надпись Kingroy, логотип. Professional Tools и Geomani STD, это Kingroy, это немецкий инструмент, но сейчас он выпускается на острове Тайвань, то есть производство находится там. Запирание набора на пластиковые защелки горизонтальные, кстати, очень тоже удобно. Защелки не металлические, но здесь пластиковые защелки высокого качества. Поэтому, если их не сломать целенаправленно, они послужат очень долго. И по габаритам самого кейса. Ширина 49 см, длина 37 см и высота кейса 10 см. Вес набора составляет 10 кг. В принципе, по комплектации, по набору все. Присмотритесь, когда будете покупать инструмент, присмотритесь также к набору этот Kingroy 215 МТА. То есть комплектация очень интересная. И набор является довольно популярным у нас. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.